Привет всем, с вами я, Вотишевский, и сейчас хочу такой как бы интересный момент вам рассказать. Все вы видели у меня на канале видео распаковки Fly Tornado One Slim. Это достаточно интересный смартфон. Ну, я тут заклеил, я потом объясню, зачем я это сделал. Ну, очень тоненький, очень классный. Вы знаете, я уже где-то 2 месяца слышу постоянную рекламу от Fly. Я там подписан на Fly Twitter. Они, короче, самый тонкий смартфон в мире, уникальный дизайн, the best of the best. Мы прям вообще, короче, гордимся этим девайсом. Прям, короче, книга рекордов Гиннесса. Все что угодно. Потом опа, выпустили, конечно же, смартфончик, который еще тоньше. И, ну, который этот 5,1 мм, тот 4,75 и 85. Правда, там опа выпирает камера, здесь не выпирает, что весьма прикольно. То есть определенный как бы плюсик все-таки есть. Вот даже в iPhone 6, который на почти 2 мм толще выпирает камера, то здесь не выпирает. Понятно, что она не такая классная, это однозначно. Ну, короче, суть видео заключается в том, что я набрел на сайт The Verge. Давайте мы будем смотреть. Я такой захожу, смотрю. The thinnest phone you can buy in America just 199 unlocked and it's beautiful. Я такой смотрю, ну думаю, ну круто. Blue Products is back again with the Vivo Air. Окей, хорошо. Тут я начинаю что-то очень сильно так подозревать. Такой, что? Что вот это такое? Я такой, неужели это очень схоже? И действительно, оказалось, что очень схоже. Даже кнопочка включения, вы видите, да? Что там, что там. И давайте я немножечко яркости добавлю, чтобы было видно на флае. Такой, what is it? А это оказывается очень схожее. Думаю, блин, ну очень хорошее сходство. Может быть, мне показалось. И начинаю листать дальше. Давайте мы посмотрим, что там идет дальше. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Теперь смартфон лежит таким образом. Правда, заставочка у меня чуть-чуть другая. Давайте мы смотреть еще поближе. Прошу ваше внимание обратить на кнопочки. На Vivo Air и здесь. Меня начали еще более смутные сомнения терзать. Я думаю, what is this? Почему Fly говорит, что это их уникальный дизайн? Я начал искать в интернете, вы знаете, но я не нашел то, что, к примеру, это там одна компания, как-то там они на два бренда работают или еще что-то. Потом обратная сторона, там где крышечка, ой, там где камера. Так, смотрим. Где камера? Так, смотрим здесь. На флае. Камера. Вспышка. И микрофон. Смотрим на картинке. Камера. Вспышка. И микрофон. Что? Ладно, идем дальше. Вот она. Няшка. Маняшка. Я специально заклеил, потому что у меня вопрос к компании Fly. Кто у кого спер? Что это за хрень? Что это такое? Vivo Air и Fly Tornado One Slim. Блин, а. Ну зачем же так разводить людей? Ха, уникальный дизайн, книга рекордов Гиннесса. Не, ну может быть, если вы в книгу рекордов Гиннесса, то может быть Vivo Air у вас сперли. Так и скажите, ребята. Ну, Gorilla Glass, понятно. Вот, все понятно. Вот. Короче, да. Ну, прикольно. Я не знаю. Ну, на самом деле, я не так уж прям сказать, что я там расстроился. О, обманщики там, бла-бла-бла, бла-бла-бла. То есть, я бухтеть не особо-то люблю. Ну, вот, хотя, если есть за что поругать, то я ругаю. Но, на самом деле, скажу вам, друзья, что Vivo Air тяжелее купить у нас. То есть, его не купишь у нас. А вот Fly Tornado One Slim... Чи как просто Торнадо Слим. Вот. Изоленточку отклеиваю. Получается так, что купить можно. Кто у кого спер, я не знаю. Но я посмотрел обзорчики Vivo Air, а Blue Bold Like Us, Vivo Air. Вот
Тоже 5,1 толщина. Кстати, тоже, видите, слот для сим-карты в таком же самом месте. То есть это они просто идентичные. Просто у Vivo Air там идет другая, ну, как бы оболочка операционной системы. И там идет то же самое железо. Все то же самое. То есть вот отличие только название и другая оболочка операционки. Вот видите, какая она там и какая здесь. На Fly она немножечко подтормаживает. Зашел я там в один магазин, показываю, там все девчонки такие: вау, вау. А пацанчик такой, именно яблодрочер такой, выходит, короче, именно: iPhone круче. Понятно, что iPhone круче или непонятно? А ну, друзья, напишите в комментах, что круче, Fly Tornado Slim или же iPhone. Ладно, шучу. На самом деле они даже не сравнимы между собой. Этот стоит 220-230 долларов до 250 в зависимости от магазина. iPhone стоит у нас 700 хороших бачей. То есть три телефона, можно сказать, купить можно за стоимость iPhone. Понятно, что это разные категории товаров, и их сравнивать, сказать, что iPhone круче, никак нельзя. Но я бы сказал так, что ну раз все-таки Fly и Vivo Air забацали такой тоненький смартфон, то iPhone тоже будет тоньше, может быть, не в 2015 году, но в 2016. Ладно, уже получился такой мини-подкаст на общую тему. Не будем дальше над этим делом заморачиваться. Просто скажу, вот хотел показать вам. То есть вот это видео было посвящено вот именно этому. Если вам было хоть как-то интересно это видео, вот не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.